друзья. Сейчас перед нами еще один кандидат, Амиргалиев Алиби. Алиби, мы рады тебя приветствовать. Здравствуйте. Для начала расскажи побольше о себе. Меня зовут Алиби, я студент КГПУ на филологический факультет, иностранные языки, второй курс. Что могу сказать о себе? Я очень сильно люблю футбол, люблю слушать музыку, иногда читаю книги. Думаю, это все, что нужно знать обо мне. Что послужило основной мотивацией для твоего баллотирования? Мотивация, думаю, так же, как и для других кандидатов, сделать жизнь в нашем университете намного лучше. Неважно, с какой стороны, но мы будем продвигать ее вперед. То есть ты можешь гарантировать, что будешь защищать права наших студентов? Гарантировать на 100% я, конечно же, не могу. Это все будет зависеть от руководства. И я могу пообещать то, что буду делать все от меня зависящее, чтобы выполнять их требования. А как ты думаешь, тебе не сложно будет совмещать учебу с председателем парламента? Вообще, думаю, нет. Поэтому до этого, то есть с первого курса я участвовал в жизни университета, умел совмещать, и думаю, не буду мне это пробовать. Ну и самый главный вопрос. Что ты можешь гарантировать нашему университету? Могу гарантировать то, что буду делать все от меня возможное, чтобы продвигать наш университет, чтобы жизнь в нашем университете только улучшалась. Спасибо большое. Мы желаем тебе победы в предстоящих выборах. Спасибо большое.